группа Зайцева здорово сейчас действует против своей оппонентки. И на этом моменте основное время матча истекает. Увы. Все мы в сердцах смотрим на Василия Якименко, который сделал этот свисток. Хотели мы видеть продолжение этой игры. Но, тем не менее, матч продолжается. И мы сейчас увидим с вами, дорогие друзья, серию 10-метровых послематчевых ударов. То самое вкусное, то, чего все мы всегда ждем. Команды нанесут по 5 ударов. Сейчас выберут своих лучших исполнительниц. И серия послематчевых ударов рассудит сегодняшний поединок. Тут уже пан или пропал. Много рассуждают футбольные люди о том, является ли лотереей пробитие 10-метровых ударов, в большом футболе 11-метровых ударов. Слышал даже от футбольных людей, от футболистов, что пенальти — это лотерея. Но позвольте высказать, раз уж мне выдалась честь комментировать такой замечательный матч, позвольте мне высказать свою точку зрения касательно 10-метровых ударов. На мой взгляд, все-таки это не лотерея, поскольку лотерея — это фортуна, которая является удачей. Но здесь в решении 10-метровых ударов вряд ли только удача сопутствует футболисткам. Как говорят на латыни, audentes fortuna juvat, удача сопутствует сильным. Но здесь я бы сказал, что это борьба психологии, это борьба мышц. Знаете, когда футболист профессионально подходит к 11-метровой отметке, он понимает, в каком состоянии его мышцы. Иногда футболисты отменяют решение делать 11-метровый удар, потому что у них забита мышца. То есть я категорически, извините меня, конечно, за мнение такое, но я категорически не согласен, что это лотерея. Это психология, это готовность мышц, это готовность взять на себя ответственность. И эту ответственность в серии 10-метровых ударов берет на себя Марина Ефименко, которая, как подсказал мой коллега, надела вратарские перчатки для того, чтобы совершить подвиг, похоже, в этом матче. Не часто такое увидишь, чтобы полевой игрок принял решение встать в ворота для отражения ударов с точки. Ждем мы в нетерпении пробития этих ударов. Волнение зашкаливает у нас здесь, на Сетунь-парке. Сейчас решится все в этом матче. Матч за третье место состоялся перед этой игрой. За бронзу спорили девушки и команда «Легенда». Выиграла бронзовые медали, получила кубок. Здесь организаторы турнира подготовили торжественную церемонию, торжественное мероприятие для команд-участниц этого плей-офф, этой пули. Если позволите, вот сейчас Марусь боевым возгласом показывает свою готовность к этому действию. И бронзовые медали ушли к команде «Легенда». А команда «Марусь» и команда «Торонто» сейчас решат, кто из них возьмет золото, за которое так бились алхимики средневековья, а кто довольствуется серебром. Прямо сейчас мы с вами увидим это, дорогие друзья. И право первого удара получает команда «Марусь». Первый удар будет наносить Анастасия Петрунина. Мяч установлен, несмотря на сетуньский ветер, который сдувает мяч. Футбол сегодня все равно рассудит. Итак, Петрунина против Елены Жариковой. Посмотрим, чем закончится эта дуэль. Удар в угол и штанга! Штанга — родная сестра вратаря.
Это родная сестра вратаря Лены Жариковой. Она помогает ей в этой ситуации. Следующий удар будет наносить команда Торонто. Конечно же, это Райан Гиггс женского футбола. Кристина Махаренко подходит к мячу. И Марина Ефименко будет ей противодействовать. Смотрим. Удар поворотом, гол. Да, вот такой парадокс, друзья. Вот такой парадокс. Кристина Махаренко, левый полузащитник команды Торонто, блестяще владеет правой ногой. Следующий удар. Команда Марусь Наталья Манцева подходит к точке. И Анастасия Зотова готовится парировать. Наталья Манцева, разбег, удар поворотом и гол! Безупречный удар Натальи Манцевой. Вы знаете, такое ощущение, что рыжий окрас у этой футболистки. А футбольные люди говорят, что в каждой команде должен быть футболист. И футболистка с рыжим цветом волос. Удар команды Торонто. Это Александра Кокунова. Сейчас будет пробивать Марина Ефименко. Готовится удар поворотом. Такой в стиле Серхио Рамоса был нанесен. Такой пластер, что ли. Не сильно. И таким вот парашютом залетает мяч. Очень это выглядело эффектно. Наши фото и видеокамеры запечатлили этот эпизод. Команда Марусь не терпит. Это Мария Пугачева будет наносить удар. Безупречный удар под перекладину. Но, честно говоря, как играет Мария Пугачева, у меня не было сомнений касательно этого эпизода, что она решит его. Безусловно, технические данные этой футболистки позволяют ей решать эти эпизоды. Следующий удар команды Торонто. Вот снова упрекаю я руководителя команды, поскольку не могу назвать фамилию этой футболистки, которая так прекрасно реализовывает этот эпизод. 11 номер. Полузащитник команды Торонто. Девушка, которая прекрасно играет в футбол. И мы видим сейчас, Екатерина Белозерова принимает решение нанести этот важнейший удар. 14 номер команды Марусь. Пустит дубль, но капитан принимает решение сейчас действовать с точки. Удар! И как всегда это бывает, друзья. Как всегда это бывает. Вы помните, когда Дэвид Бекхэм зарядил на чемпионате Европы сильно выше ворот? Часто так случается, что ведущие футболисты и футболистки не реализуют свои эпизоды. Увы, так и случилось с Катей Белозеровой. Но ничего. Ничего не потеряно. Сейчас ее будет выручать Марина Ефименко. Пробует она это сделать, но это сделать невозможно, поскольку Анастасия Тарасова наносит безупречный удар в угол ворот низом. Марина Ефименко прочитала этот эпизод. Кошкой бросилась в угол, но удар Анастасии Тарасовой щекой в левый угол от вратаря был просто безупречен. Этим прекрасным ударом футболистка команды Торонто Анастасия Тарасова. Такая вот хоккейная у нее фамилия. Вот хоккейная тема не отпускает меня до сих пор. Поскольку Торонто и Тарасова, да, Тарасов. Вы помните этого великого хоккеиста? И вот Настя Тарасова показывает, что все-таки есть в этой команде что-то хоккейное. Как бы ни отрицали руководители команды Андрей Жарков и Рамзан Татуев причастность к хоккейной тематике, позвольте мне провести эту аналогию. Прекрасный матч мы посмотрели с вами, дорогие друзья. Хороший футбол, который не отпускал эмоции до конца. Прекрасные футболистки действовали. Мы увидели сегодня штанги, перекладины, хорошую борьбу, женские подкаты, на секундочку, и серию послематчевых ударов в
которых, точнее, себя проявила команда Торонто. Чемпион пульки, если позволите, чемпионата, забрал то, что и должен был забрать. Вот мы видим прекрасную церемонию приветствия команд. Несмотря на то, что девушки не щадили друг друга в этом бою, они приветствуют друг друга, кричат «Ура, ура, ура!», жмут друг другу руки. И сейчас мы увидим с вами церемонию награждения, поскольку кубки здесь, на Сиэтлском парке, подготовлены. И, конечно же, этот матч остается у нас в памяти. Сейчас будут сделаны фотографии. Друзья, давайте поздравим команду «Марусь» по вторым местом в первом дивизионе осеннего сезона СПЛ. Аплодируем футболисткам команды «Марусь», которые сегодня здорово действовали. Церемония награждения. Команда «Марусь» награждается серебряными медалями, которые достигли этого результата. Пусть в футболе, конечно, это очень печально, что кто-то должен проиграть, но как Фредди Меркьюри пел в своей песне в фильме «Горец», все-таки должен остаться только один. Увы, футбол очень суров, и победитель, увы, только один, но позитивные эмоции не оставляют девчонок, поскольку они шли к этому результату, боролись в чемпионате, выигрывали матчи. И сегодня выглядели очень достойно и очень здорово, и вели в счете. Но, увы, команда Торонто оказалась сильнее. Ну вот сейчас видим, что золотой кубок, серебряный кубок пока что Екатерина Белозерова принимает. Позитивные эмоции. И команда Торонто, чемпион осеннего сезона, заслуженно выигрывает. И мы слышим вот этот вот бравый свист соловья-разбойника такого торонтовского. Вот видите, что в команде Торонто есть свой соловей. Награждается команда Торонто. Да, сегодня были хорошие девушки и капитан команды. Первый принимает награду. Карина Дякив, Елена Жаркова, Алла Зайцева, Анастасия Зотова, Александра Кокунова, Анастасия Калачева, Ирина Катаева, Кристина Махаренко, Вера Порываева, Татьяна Степанова, не могу о ней не сказать, тоже, Анастасия Тарасова, Виктория Харькова и Ксения Якубова получают свои золотые награды. Команда «Марусь» в составе Татьяны Афанасьевой, Екатерины Белозеровой, Евгении Гончаровой, Эльвиры Гудаевой, Марины Ефименко, Юлии Ивановой, Ксении Иорданян, Кристины Красавиной, Виктории Лебедевой, Натальи Манцевой, Анастасии Петрунина, Мария Пугачева, Екатерина Рызыкова, Елизавета Рызыкова, Анастасия Стогул, Елена Терехова, хоть ее и нет, но она тут с нами, Венера Шабаева. Вот эти футболистки сегодня подарили нам настоящий праздник футбола. Поздравляем спортсменок с заслуженными наградами, с золотыми медалями и с серебряными. Для вас сегодня работал я, комментатор Максим Киселев. Большое спасибо, что были с нами, смотрели футбол. И приходите на Сиэтлский парк, смотрите футбол. Его любят и играют в него
женщины тоже. Спасибо, что были с нами. До свидания. Далее! Замерз. Пец. Сложно. Чай. Да. Чай, коньяк. Не знаю. Юр, ты меня выключил? Нет! Подожди. Ладно, чайку замерз нормально. То есть ничего не... Холодно. Не сматерился же. Подсиб немного даже. А ты представляешь, мы вчера 5 трансляций на улице. Холодно. Ну, не, просто стоять нормально. Просто, когда все время говоришь, холодный воздух. Ты не выключил? Блин, единственное, в конце трансляции интернет лёг.